открытая трибуна. Как вы считаете, нужно ли носить средства самозащиты от хулиганов? Ну, я считаю, что нужно, потому что, ну, сейчас их довольно-таки много, и неизвестно, что у них на уме. Поэтому, я думаю, стоит. Ну, во-первых, носить нужно, и сам ношу газовый баллончик на всякий пожарный, иногда и ножик коротенький. Я думаю, что не стоит, потому что не всегда есть возможность ими воспользоваться. Но лично я в последнее время увлеклась женской самообороной и сейчас, то есть, посещаю занятия. Поэтому я думаю, это намного эффективнее, потому что это всегда с тобой. А потому что нож, газовый баллончик, это еще надо успеть достать, сориентироваться. А тут, как бы, если с своими руками, то все равно быстрее и эффективнее. Мне кажется, нужно носить средства самообороны, потому что Кривой Рог – это город криминальных людей, а не простых. И мне кажется, особенно на Заречном надо носить с собой хотя бы перцовый баллончик, нож, все такое. С точки зрения психологии я вам могу сказать, что все мир наш дуален, и все притягивается, все события притягиваются в жизни. И если человек считает себя жертвой, то, соответственно, к нему может пристать, так скажем, грубо говоря, хулиган. Поэтому я себя, поскольку я личность, с моей точки зрения, если рассматривать конкретный случай субъективный, то я средства защиты не ношу, потому что я жертвой себя не считаю. Я считаю, для нашего города оружие – это не имеет значения. Если же занимаешься спортом, это самое главное. Вы знаете, наверное, те, которые не запрещены, наверное, особенно нам, женщинам, наверное, надо что-то иметь, потому что время такое неспокойное. Хотелось бы, чтобы была какая-то минимальная защита. Потому что в новогоднюю ночь, понятно, на улице ты на каблуках не пойдешь, а с зонтиком тоже. Да, нужно, потому что в нашем... Ну, как бы в городе много происходит происшествий. Могут и напасть, могут и ограбить, могут много чего сделать. Бывали такие случаи уже, что люди страдали от такого. В нашем городе, естественно, нужно носить средства обороны, так как процветает преступность в городе, бандитизм. Поэтому я считаю, что человек, если его не могут городские власти защитить, в том числе полиция, значит, человек должен сам защищаться от бандитов и от хулиганов. Поэтому желательно носить, потому что очень много случаев бандитизма, нападений и прочего. Открытая трибуна.